Сегодня же на утреннем совещании в Доме правительства стало известно об отставке сити-менеджера Новочебоксарска. Игорь Калиниченко написал заявление по собственному желанию, отмечают официальные источники. В должности главы администрации города он проработал всего 10 месяцев. Сложение полномочий сити-менеджера рассмотрят на внеочередном собрании новочебоксарских депутатов, которое состоится 24 апреля. Народные избранники должны утвердить членов комиссии для проведения конкурса на замещение должности мэра. Пока же исполнять обязанности сити-менеджера будет заместитель главы администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова.